Катя, здравствуй. Здравствуйте. Поздравляю тебя, твою группу поддержки. Байгали. Я знаю, что ты увлекаешься фолк-песнями, да? Ну да, 14 лет. А спой батарейку в стиле фольклорном. Прям со словами? Да, прям, да, прям кусочек маленький, да. Или припев? Давай, что-нибудь, давай, давай. Ой, давай. Ой, я батарейка, ой, я ее батарейка. Огромное тебе спасибо от всех нас, зрители, телезрители, за то, что ты дала нам возможность испытать одну большую мурашку. Спасибо, успехов тебе. Спасибо. Поздравляем. Музыка – это всегда поиск. Для артиста это творческий поиск, для слушателя это, к сожалению, все еще очень часто так бывает, пиратский поиск в интернете, что, кстати, карается по закону. Так что делайте всегда правильный выбор, как его сделал для себя наш следующий участник. Я все просчитал еще в 17 лет. Группа «Челси» нас занимает первые строчки в хит-парадах, и все. Те заслуги и те победы, которые я имею за плечами, все это связано с коллективом «Челси». Я понимал, что я неопытный человек для большой сцены, и начинать сольный проект в 17 лет – это обречено на провал. Я понимал, что за эти годы я наберусь огромного опыта, и я наконец-то буду играть музыку, которую я хочу, потому что объективно для этой музыки я был слишком молод, и меня бы никто не воспринял всерьез. А рок-музыка, как всем известно, она требует максимальной откровенности. У меня есть очень много несказанного. То, что сейчас вы увидите, то, что вы сейчас будете слышать, это я, это мое мнение, это мой музыкальный вкус. И сейчас это большое начало, и это моя жизнь. Здравствуйте. Меня зовут Арсений Бородин. Мне 26 лет. Я из города Барнаула. Однообразные мелькаю, все с той же болью дни мои. Как будто розы опадают и умирают соловьи. Но я на печально тоже, не приказавшая любовь, и под ее атласной кожей, и под ее атласной кожей бежит отравленная кровь. И если я живу на свете, то только лишь из-за мечты. Мы оба как слепые дети, пойдем на гордые хребты. Туда, где есть лишь только грезы, в край самых белых облаков, искать уверенность. Искать увянувшие розы и слушать мертвых соловьев, и
слушать мертвых соловьев. Арсений Бородин. Спасибо. И бессмертные стихи Николая Гумилева в романсе, который исполнял Николай Носков. Валерий Яковлевич, ваш вердикт. Вы профессионалы все. Мне очень нравится ваше владение голосом. Мне нравится, как вы сбрасываете нотки. Вы профи, и мне очень понравилось. Спасибо, да. Пожалуйста, Диана. Ну, конечно же, я говорю «да», потому что мне очень импонирует эта такая, знаете, мужская уверенность и стабильность. Ну, в общем, да. Валерий Сюткин. После второй песни я скажу свой вердикт, но пока я оптимистичен, тоже скажу так. Понятно. Чтобы вам было легче.